Эта японская малышка выглядит так безобидно, но на самом деле это очень мощная штука. Не зря в инструкции первым пунктом сказано: предназначен для тела и не использовать на лице и на шее. Этот аппарат разработан специально для борьбы с целлюлитом, а это требует очень серьезного воздействия. И если вам когда-нибудь делали тот самый антицеллюлитный массаж, то вы знаете, насколько это трудоемкий и тяжелый процесс для массажиста. Поэтому сеанс такого массажа стоит всегда дорого. Так вот, этот миниатюрный девайс оказывает супермощное воздействие на целлюлит, разбивая его и постепенно сводя на нет жировые отложения. Ну и о чем я говорила, когда рассказывала о массаже лица, что он должен быть очень интенсивным, чтобы достичь успеха, потому что только так мы можем запустить активные процессы регенерации клеток. Руками это сделать практически невозможно, а вот массажером очень даже да. То есть массажер не только сжигает жир, но и улучшает качество кожи. В итоге мы видим подтягивающий эффект. Каждый, кто первый раз пробует использовать этот гаджет, приходит в изумление, насколько он мощный. Называется Marutaka Physio Gua Shine Scrapping. Это гаджет для устранения целлюлита и проведения вакуумного и дренажного массажа. Разработан для домашнего использования, но его с удовольствием в работу берут профессиональные салоны, потому что это существенно упрощает им жизнь. И что мне особенно нравится, что помимо антицеллюлитного воздействия прибор решает еще и проблемы со здоровьем. Именно это заинтересовало меня больше всего. Хотя моделирование тела, мне кажется, в любом возрасте это мечта всех без исключения. На приборе 4 кнопочки: кнопка включения, выключения, степень давления, степень нагрева и красный свет. Каждая опция имеет несколько режимов. Сначала выбирайте минимальный, потому что вакуум очень сильный, но только так мы можем обеспечить максимальное сцепление с телом и, следовательно, глубокую проработку. А температура прогрева регулируется от значения 42 до значения в 50 градусов. То есть это довольно существенно. Но именно такое комплексное воздействие позволяет разбить и подкожный жир, и обеспечить лимфодренажный эффект, и ускорить клеточный метаболизм. Кроме того, интенсивный массаж прорабатывает мышцы тела. Процедура позволяет приподнять и сделать упругой нижнюю часть ягодицы, а также избавить от дряблости мышцы внутренней части бедра и трицепса. Курс 10-15 процедур каждые 2-3 дня. И далее время от времени, как мы делаем все в нашем уходе, по потребности. Принцип работы такой же, как у баночного массажа. Если вы когда-то его делали, то знаете, баночка присасывается, затем вы ее аккуратно тянете. Здесь то же самое, только в разы сильнее. И именно поэтому предусмотрены регулировки мощности. К тому же у каждой из нас порог чувствительности свой. Ну и если в области ягодиц это будет самый высокий уровень воздействия, то руки и живот мы будем обрабатывать более щадящим способом. При этом не нужно прилагать много усилий. Нанесли масло или гель в качестве скользящей базы на сухую кожу нельзя. Заработаете синяки, и эффекта должного не будет. И обрабатываемая поверхность действительно должна быть очень скользкой. Следите за этим. Так вам будет легче работать, и так будет, повторюсь, менее травматично. Для борьбы с целлюлитом используйте гель с эластином. Можно также любую хорошую увлажняющую сыворотку с коллагеном. Она также будет хорошо скользить. А в оздоровительных целях лучше всего масло. У меня как раз второй вариант. И это лучшее масло в моей жизни после той поездки на Цейлон. Очень мощная композиция из 9 разогревающих масел. И еще в составе есть масло таману. Оно усиливает циркуляцию крови и не оставляет жирных следов. Прорабатываем тело. Движения допустимы снизу вверх и в обратном направлении. Круговые используем только в области живота вот таким образом. Сильно не надавливайте, прибор всю работу сделает за вас. На сайте бренда Marutaka есть подробная инструкция использования. Изучите ее, потихоньку осваивайте, это несложно. Помимо антицеллюлитного эффекта, что мне лично особенно интересно, это мы делаем лимфодренажный массаж. Конечно, если нет варикоза, то массируем ножки, разгоняя кровь, и можно таким образом снимать напряжение в конце дня. А еще абсолютно всем показан массаж спины. Для нас это особо ценно, это потрясающий будет эффект. Конечно, воротниковую зону мы можем сами проработать, но для массажа всей спины, чтобы уж действительно сделать полноценный массаж, попросите кого-нибудь из своих близких. Чтобы их замотивировать, сделайте им массаж сначала сами. А в помощь вам я еще нашла видео от профессионала,
профессионального массажиста, и он детально объясняет, как правильно работать с прибором и показывает, как прорабатывать спину. Посмотрите обязательно, потому что это исчерпывающе, и он как профессионал делает все просто образцово-показательно. И это убережет вас от травматичности и поможет достигнуть максимального эффекта. Ну и тогда вы сможете получать еще и удовольствие от процесса. Также есть отзывы, что люди убрали холку вот благодаря этому массажу. Я думаю, это вполне вероятно. Когда вы начнете делать эту процедуру, вы поймете, что никаких абсолютно преград для этого нет. Ну и сайт компании вам в помощь. Ссылку на него и на видео с массажем спины я оставлю в описании. Также к прибору прилагается, помимо сертификатов, инструкция на русском языке, провод для зарядки и комплект фильтров, которые нужно периодически менять. А я пошла смотреть, что они предлагают из гаджетов для лица. Меня этот аппарат очень вдохновил, и я рассчитываю найти у них еще что-то интересное, эффективное и, безусловно, прекрасное, с чем вас потом и познакомлю. Всем удачи, хорошего настроения, всех однозначно целую. До новых встреч, пока!